Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас проснулся и сразу же зашел, и нет информации про гильдию. Жесть какая-то творится на русском сервере, ладно. Тупит. Не знаю, у всех или только у меня. Ну не знаю, опять какая-то хрень происходит. Так, забираем плюшки, смотрим, что у нас по рынкам, что у нас интересного. Ну, сегодня на русском, сегодня что у нас, четверг, ну, в принципе, должен быть рынок, но нифига, по сути, нет. Так, хрустальный сундучок, добыча пирата, у нас сумка огника первая. Ну, когда они начнут хоть что-то делать? Парящий остров. Понятно все. Подарочки авиара. И собери себе сам. Поехали посмотрим, что интересного. Собери сам. Ну, тут, в принципе, как вариант, если минимальный донат брать, вот вам на 2 месяца хватит вот такой вот такого набора книжечек. Это на 2 батл пасса, чтобы их вообще не фартить. Еще плюс русского сервера. Вот эти вот сумки с скинами. У меня на английском сервере, к сожалению, их нет. Думаю, там тоже открылся. Так, во втором мало очень продают сундуков, малое количество, это ни о чем. Монетки тоже, в принципе, эти расходники, мешаня, вот такое, второй пак. Ну, единственное, что вот продают по 20, возможность пособирать по 120 итемов титула, в принципе, неплохо. У нас на английском столько халявы нет. Ну и, конечно же, бард. Считайте, 90 осколков за 778. Я считаю, это очень круто. О, наконец-то здесь тоже начали продавать 10-е железки. Ну, что-то меняет, ну, честно скажу, такое себе. Но для русского сервера и это хорошо. Потому что с таким рынком здесь что-то прокачать и найти, ну, реально очень сложно. Так, что по акциям? Бинго, снеговик, кузница, ЗПшки. Ну, такое все. Фонтанчик. Фонтанчик с вольтиком. Кто не успел собрать в этом. Так, что еще интересного? Бог рома. Ну и все, вроде ничего больше такого нет. Такс. Поехали на немку. Глянем, что у нас на немке. Где я дел свой iPhone. Сейчас зайдем с вами еще на Айс. Посмотрим, что на Айс интересного есть. Так, чем нас немочка удивит? Ничем, в принципе, на немке тоже ничего такого. Пират немецкий. Мэри. Один осколок. Ну, хоть что-то. Пират у нас мешаня, скины. Скин на оккультиста. Вот смотрите, вот реально классно. Хоть что-то, но новое. И каждый раз здесь в пирате что-то меняют. Вот такой вот скин довольно-таки неплохой. Так, фонтан закрыт у нас. Это уже закрыто. Вот наборы мне здесь, кстати, понравились. Получше, чем на остальных серваках некоторые. Так, где там оно? Халява наша. Ау, вот она. Смотрите, халява за один самоцвет. Вот такая вот халявка. В принципе, неплохо. Плюс карта вторая. Я считаю, это однозначно лучше, нежели то, что дали на русском сервере. За 300. Ну, за 300 с расходниками. За 1100. Это стабильные, стандартные их наборы. За 11к. В принципе, такое. Нету больше ничего. По сути, оно все будет попозже. После 10. Ну, здесь я показывал. Дали халявный пак 31-го с кулаками. Там вот
тоже неплохая тема. Так, окей. Так. Так, ребят, ну что, английский сервер. 1+1, welcome pack. Честер, флиппинг. Ну, ничего такого нету. Я показывал вам эту акцию от Гугла, где вам бонусы даются. Ну, в принципе, как вариант, кто с USK, ему выгодно, потому что дополнительно получает какие-то плюхи. Конечно, там пакеты такие себе, но все же. Так, хрусталка. Как обычно, у нас скинов нифига нету стареньких. Пиратик. Пиратик тот же самый, ну, без стрелок. Ничего такого нового интересного нет. Островок. Тот же. Ничего не меняет, короче. И билд и пак. Здесь у нас на английском самые хреновые, что они есть, честно говоря. Что у нас тут интересного? Девятое ЦУ. Такое себе. Гнев. Питомцы. Ну, по расходникам, в принципе, плюс-минус. У кого начинающий аккаунт, еще можно бегать. Так, а вот здесь поменялось. Начали продавать 10 эмблемы. Два душки, в принципе, как вариант, ребят, не надо париться. Как я собирал их, зашел, блин, и за 10 баксов просто собрал себе 6 водушек, и хватит вам с головой. Вот это реально плюс. Но опять же, блядь, я собирал и пал себе мозг, а здесь просто вот на халяву себе зашел и взял. В принципе, неплохо, как видите, итемов намного меньше продают. На титул 10 всего, по десятке. Остальное такое, печеньки завезли, но это 50 печенек, это ни о чем для прокачки. Что по рынку? Ну, лист, понятно, дешевле становится. Расходники. Такой себе большой пакер, New Year Park. За 5 баксов роза скин. 1200 маны. Вот зефир, смотрите, зефир становится все дешевле и дешевле. Сороковка. Так, тут New Year Pack 3000, 1500. Уже, в принципе, неплохо. Для начинающего, кто играет с нуля. Бардик. New Year Pack. Ну вот, пожалуйста, зефир и Мэри вместе, по сути, за 40 баксов. То есть скидки действительно неплохие. Так, вот этот welcome pack, его дадут в двойном размере. Ну, для начинающего аккаунта, в принципе, тоже неплохо. Holiday Gifts. То же самое говнецо, что и на остальных серваках. Ну, больше ничего такого. Окей, поехали с вами, сбегаем на iOS-ик. Чекнем, что там есть интересного. Магазинное безумие есть. Вот так вот. Что тут? По 30 осколков. Нифига себе, 30 осколков Мэри, 30 осколков Зефира, 30 осколков Барда. Вот это серьезно. Реально, это серьезно. Остальные расходники даже по лицу по 50 дают. В принципе, как вариант, кому надо. Так, остальные расходники, ну, такое себе. Ну, в принципе, от них по 700. Но магазинные безумия реально классные. Вот что-что, а безумие здесь крутое. Барт, Мэри, Зефир по 30. Так, есть настолочка у нас. Гоу. Сундучки, почему нет, тоже неплохо. Возвращение, Намик с 10, рулетка удачи. По событиям разбиватель яиц, чего у нас интересного. Ну, куча героев, это опять же за донат. Добыча пирата тоже, смотрите, командорку можно получить, афинку,
Рино, Трифит, Сердцеедка, но у меня они все есть. Но шанс довольно-таки неплохой. Так, Парящий забрали, собери сам, поехали посмотрим, что тут интересного. Тут, как видите, в Собери сам продают дофига скинов, и они часто меняются, плюс коробки. Вот что самое интересное, это вот коробочки. У меня, к сожалению, этого нет. На этих серваках есть, здесь проще прокачать старые скины, нежели у нас. По 30 коробок, ребят. Вот вам сравнение. 30 коробок нормально, да? 125, посмотрите, сколько печенек у нас, по 50. Здесь реально печеньки, ну, нормально дают, по 20. То есть, тут вот, наверное, самый такой один из топовых. АС реально удивляет. Вот, Зефир, Мэри. По 70, нифига себе. Жестко, реально жестко. Это действительно крутой, по 12 карт. Как он такой? 250 печенек. Блин, тут один заход, считайте, вы собираете 1500 печенек за один заходик. Нормально, а чё нет? Ну, я считаю, реально очень даже круто. Рынок у них, в принципе, такой же, как и у нас. Да, все тоже 30-дневка, немножко другая. Но, блин, круто. Реально очень круто. Так, ну что, поехали на русский сервер. Глянем. Что у нас там за 450 выпадет, и посмотрим, угадал кто-то или нет. Слотов на склад, офигеть, дожились, слотов на складе не хватает. Так, вот это по стандартный эктоплазм, ледяной панда, разрушитель, панда ледяха, эктоплазм. Так, где-то кепчи открыл, вот этот видос вытаскиваю, последний спам попал. Так, бочка, бочка бездонная, есть бочка донная, лисиния, шакал голодный. Так, у нас панда, ледяха, эктоплазм, ищем панду. Так, поставь мне лайк, я буду вас сразу же лайкать. Так, ищем, короче, панду. Кристаллический оборотень, палач. Волчара. Я облестел. Панда ледяной, ведьма зеленая. Рядом, вот очень рядом. Эктоплазм. Так, ведьма морозница. Как ты убрал с базы забор? Я его даже туда не ставил. Дед Мороз, бочка оборотень. С Новым годом. А, палач. Бочка волк. Нет, циклоп, змея, триада. Ну, видите, когда обычные герои, это, я думаю, намного легче угадать. Ну, когда синие и зеленые. Сразу же, ребята, очень рядом. Королева гарпий, мисс слизняк палач, гигант с холма,
Ряда нет, слизень, пучка, снайпер нет. Ремка-то зачем? Не, ребят, бомбит. Выдать надо по порядку, нет, просто героя. Слизь, ледяной дьявол, панда, нифига себе, угадал. Так, это у нас АС, где-то там синяя слизнь, ну это кристаллический эктоплазм, ледяной дьявол и панда. Смотрите, он даже их по порядку угадал. Ну что, скрытый пул, поздравляю. Сейчас я посмотрю, или кто-то еще до тебя не угадал 20 часов назад. Слизь зеленый, королева змеи волем нет. А вы говорите, ребят, нельзя угадать. Циклоп панда. Ну, не циклоп, ледяха. Вот Кивари тоже рядом был. Фиолетовая палач шаман. Ты не слизь, палач гигант с холма. Панда. Зрительница, темный рыцарь, синяя слизь. Вот королева змей. Почка. Чуть-чуть не то. Идет Юлс. Алс. Блять, улыбают, когда не умеют писать на английском. Так. Поехали под самый видос. Ну, видите, вы говорили, не угадают. Все угадали. Так, синяя слизь, ледяной дьявол и панда. Просто налегке. Вот так вот. Все, ждем. Завтра будем новый вариант делать. Ну, поздравляю. Сейчас, подождите, у нас же условия. У него должно быть... Че ж, поздравляю. Мы же говорили. А здесь ничего нет, бро. Я тебя не поздравляю. Вот говорил, должна быть подписка, открытые эти, подписка на канал и видосы. Где это? Где? Вот где оно? Не знаю, короче, что с ним делать. Пишите в комментах, что мы будем с ним делать. Он хоть угадал, но с одной стороны нету ни открытого, ни подписки. Я единственное сейчас гляну еще. ВК его. Если там хотя бы репост. Ну давай открывайся, чё тут долго.
Вот видите, как, почему я VPN. Ну, репосты есть. В общем, не знаю, ребят, пишите, что будем с ним делать. Он в еженедельках участвует, в принципе, все есть. На единственное, на ютубе нету. Ну, я думаю, если он делает репосты это, то он по-любому подписан, просто не открыл этого. Не знаю, ребят, пишите, что будем делать с ним. Хотя, в принципе, что Новый год отдадим. Я считаю, в принципе, он угадал, и сделаем подарок. Поздравляю тебя. Вот так сделаю. Здесь есть репосты, в принципе, почему бы и нет. Все, пишите комменты, как обычно, бомбите за то, что у него один подписчик, и это фейковая страничка. Ну, он приходит на стримы, он на стримах есть, я его часто вижу, всякую хрень пишет. Поэтому это реальный человек, это не подстава никакая, поэтому я его часто вижу, думаю, те, кто часто на стримах у меня тоже знают этот ник. Все, ждите завтра за 450, говорили, не угадают, угадали. Всем удачи, всем пока.